Выставка «Форум России» на ВДНХ в Москве будет работать до середины лета. Президент нашей страны Владимир Путин дал поручение ее продлить до 8 июля. Стенд Тверской области на выставке «Форуме» очень востребован среди гостей. Только в новогодние дни его посетили более 5000 человек. Самым интересным объектом, по мнению гостей стенда, стала кабина машиниста электропоезда «Иволга-3.0». Ежедневно его посещают около 400 человек. Народу приезжает очень много. Много детей, много взрослых коллективов. Думаю, что каждый, кто придет на выставку «Россия», конечно, получит невероятное впечатление. Нам есть что показать, нам есть чем гордиться, нам есть чем похвалиться и чем влюбить всех зрителей, всех наших гостей.